салют, слушатели! Вы не поверите, но с вами снова Три Дог Найт на волнах станции «Свободная игромания». Давненько же я не вещал в прямом эфире. Вы наверняка помните, какую знатную заварушку устроил очередной выходец из убежища. Да, ту самую, в Вашингтоне. Но разве мог я бросить своих преданных слушателей? Конечно, нет. Поэтому я перебрался на север, в Массачусетс. Вы попробуйте с первого раза произнести «Массачусетс». Это же язык сломаешь, но мой язык без костей. Не волнуйтесь за меня. Новый Fallout тоже перебрался вслед за мной в Бостон. Замечательное место. Насколько может быть замечательной еще одна дыра, где камня на камне не осталось после Великой войны? Ну ладно, немного приукрасил. Кое-что все-таки осталось. Знаете, такие пыльные старинные фасады. Их еще британские колонисты матерными словами расписывали. Вот насколько они старые. Вот Капитолий, к примеру. Хотя кого интересует эта облезлая древность? Оставим ее тем, в белых халатах. Ну, которые с большими кисточками и в модных шляпах. Или это другие, без халатов? А, неважно. Но хватит о Бостоне. Чай не урок географии. Fallout 4 хорош еще и ролевой системой Special. Главная изюминка любого Fallout. Хочешь, работай кулаками и девятым калибром. Хочешь, дури всем голову. Развитие героя откроет доступ к разным перкам. А вот рост умений убрали. Теперь все просто. Получил уровень, выбрал что-то одно, побежал дальше. Некогда последнему выжившему возиться с цифрами. Пустошь ждет. И те, кто в пустоши обитает. Стрельбу наконец-то довели до ума. Враги весело дергаются под градом пуль. Сочно лопаются, если перестараться с огневой мощью. С них слетают клочья брони и всякая мишура. А оружие, его вновь можно собрать из мусора. Да еще и настроить на свой вкус. Даешь каждому бостонцу уникальный неповторимый ствол. Начнется Fallout 4 совсем не так, как мы привыкли. Не в сердце подземного бункера, не в диких бесплодных землях, а в обычном американском доме незадолго до войны. Очень незадолго. Настолько незадолго, что спустя пару минут после генерации персонажа загудит сирена. И все. Пора в убежище на ближайшие 200 лет. Впервые в истории Fallout, да и в любой другой именитой серии от Bethesda, герой будет произносить вслух свои реплики. 100 000 строк текста! Это вам не брамин чихнул. Приключения и вкусные истории не последнее, чем пытается завлечь Fallout 4. Опять же, впервые в серии игрок волен построить себе дом. Не получить в награду и оборудовать мебелью, как раньше, а своими руками собрать его из подручных предметов. И тут разработчиков понесло. Сначала дом, после целый поселок, укрепления, заведения, магазины, собачьи будки. Я построю свою Shady Sands с караваном и рабынями. Какой-то, простите, постъядерный The Sims. Но плохого в этом ничего нет. Не хочешь возиться с постройкой? Ну ее. Берешь винтовку и вперед, навстречу приключениям. Наша крыша — небо голубое. Куда же заведет нелегкая еще одного выходца из убежища? Краем уха я слышал, что тут замешан MIT и таинственные андроиды, которые вроде бы родом из его стен. Правилам роботехники, однако, не обучены. Азимова на вас нет. Полковник Кольт снова отдувается за двоих. Ну, на этом, пожалуй, и закруглимся. На первый раз хватит. Никуда я с этой волны не денусь. Ловите, слушайте, заглядывайте в гости. Моя новая передача уже почти готова. Готова взорвать эфир к чертовой матери. Нет, это не новые приключения смельчака Херберта Дэшвуда. Кое-что получше.
Я расскажу вам о разных тварях, убийственных пушках и самых злачных местах постъядерных пустошей Fallout 4. Оставайтесь на нашей волне. А к Дэшвуду мы еще обязательно вернемся. До новых встреч, друзья! Не кормите яугаев! Вот и все!